Пизду, я это ебанул инструкцию. Ты ж понял ее. Нихуя я это не понял. Треснуло. У-у-у! Второй готов. Я сейчас войду, давай еще 4 самореза. Я сейчас войду в раз, блядь, профи ставлю, сука. Шкаф разборщик. Все остальные шкаф разборщики будут мне завидовать. Нас, кстати, наебали. Настен, нас наебали. В чем? Написано, длина шкафа 800 на 800 должна быть, правильно? Еще 2 самореза. А тут 799 на 799, шкаф на миллиметр меньше. Они, сука, материал сэкономили, пидорасы. Можно вопрос? Сука, я с детства знаю, что буква R на детали обозначает право. Если это дно, какое нахуй право, блядь? Не может быть право и лево нахуй. Это днище. Мне даже интересно. Профессиональные сборщики делают так же, как я. Стой, сука. О, есть. И сейчас мы все совместим, будет работать. Наверное. У тебя сколько он попал? Бля, я просто туда попал. Я даже не закрутил. А, ну, а вы уверены, да, что это полочка? Не вникай. Все будет заебись. Тут инженер говорит, давай. Слушай, у меня образование, химик-технолог, что-то там инженер, блядь, я его не выберу. А кто ж еще? А в чем он косячит-то? Санек, ты уводишь, блядь, нос зажал. Да зачем нос зажал, Женя, Санек? Вот. Но. Стопы, низ есть. Сейчас немножко насажу. Кого ты насадишь? Блин, не вникай. За что ты это насадишь? Блядь, не ту сторону. Все, низ сидит. Теперь наверх попасть. О, все. Вот так профи работает. Блин, такая же херня. Нихуя. А как вы будете с донышком совмещать это? Жень. Я пока не хочу об этом задуматься. Жень, а можешь тебе вопрос задать? Блядь, Саня, ёбаный пиздец, а? Откручу. Ты пиздец, нахуй. Саня, ты ЧП. Человек пиздец. Даже еще вверх надо кучу теперь. А я тоже ЧП. А если все ЧП, человек палево. Все. Вставляй давай тихо. Женя. Нас могут смотреть несовершеннолетние дети. Плюс 21. Те, кто плюс 21, сразу нахуй. В смысле? Те, кто младше или те, кто старше? Те, кто младше. Не охуел это на моем канале. Будет снимать, это наша инструкция. Блять, Саня, нихуя не сходится опять. Что? А, ты надвинул ее, блядь. Кого это? Давай, короче, 4 5 их. На. Вот. Выебал. Держи вот эту вот хуйню. Какую? Да вот эту вот хуйню, блядь. Вот. Жесть. Так. У нас это наружная сторона, правильно? Да. А там внутренняя, по идее. Пока все логично. Жень. Если тебя спросят, как собирать шкаф, что ты ответишь? Я покажу твое видео. Или как не собирать шкаф. Все, держи. Держу его. Сейчас сделаем чудо. О, сейчас сделаем чудо. Огонь. Знаешь, на что мне напоминает, кого Женя сейчас? Red 21. Огонь! Здорово, щеглы! Здорово, щеглы! Это у нас что-то упало. А? Что-то хорошо. А что вы сейчас собираете, Жень? А, блядь, что-то. Сань, а что? Тут все логично. Тут инструкция нахер не нужна. Просто вот по этим дыркам больше туда никого не вставить. Поэтому мы вставляем, что есть. Сань, а что вы сейчас собираете? Подобие шкафа. Нет, конкретно. Вот это вы уже собрали эту часть, а вот это что вы собираете? Если ты скажешь, что та за часть, мы тебе скажем, что это за часть. Убирай пока вот эту хуйню куда-нибудь в сторону, нахуй. Ой, она как-то качается. Да и не облокачивайся на нее. Тут, блядь, все и так держится. Насыпем на литую. Давай, не спя. И пошло у нас днище. Днище пошло. И вот так вот у нас крепится днище. Опа! Я тебе говорил, все срастется, блин. Срастется, я не спорю. Опачки! Скажи своим потомкам что-нибудь хорошее. Обращение к тебе.
Праправнуки, за сим обращаюсь к вам. Я надеюсь, вы это видео никогда не увидите. А если праправнуки увидят твое видео, то что? Скажи какое-нибудь хорошее слово. Пожелание. Я выучил одно английское слово. Хендесман. Это супергерой. Хендесман. Знаешь, Сань, кто такой Хендесман? Супергерой. Это что? У него супер прям сила. Hand as man. Hand. Как по-английски hand? Без что это по-английски? Ну, что означает hand? Хрен его знает. Ну как хрен его знает? Я не знаю, если у меня по-английски стоит 5, то не знаю, что я его знаю. Ну, отлично. Саня, пока я попал до... Держи нахуй, пока я это... А знаешь, что такое по-английски S? S. Эх, куда ты двигаешь? Зачем ты надо двигать? Блядь. Даже ас. Блядь. Ой, тут... Блин, я... Ой. Ас по-английски, знаешь что? Ас. Kid my ass. Kid my ass. Эй, вот, держи, смотри, вот это. Душа не чай. Жопа. А хенд руки. Хендесман. Руки жопы. Руки жопы. Мэн. А мэн это значит супергерой. Это человек означает. Я сейчас одену трико, сверху одену шорты. И буду хендесман. Потому что супергерой должен быть в шортах поверх трико. У тебя и так попа светится. Сань, пойди сюда. Пойди сюда быстрее. Нехер, я не собираюсь. Да нет. Блядь, если бы я жопу смотрел, это было бы нелогично и неэтично. Еще второй раз попасть, блядь. Не трогайте ее. Жень. Все, заебись, я тебе говорю. Я пока промолчу. Блядь, говори сразу, а. Так. Это другая тема. Хренать. Говори сразу. А ты не проебал вот эту часть? У нас их просто две. Каких части две? Как? Вот прямо. У вас только две части вот сюда идут. Должна быть третья, вот на эту часть. Ты мне мозги ебешь. Хорошо, давай, хуй. А где инструкция, ребят? Нахуй инструкцию. Ну, я сожгли. О, я по ней топчусь. Это не она. Она. Можно посмотреть? Можно. Настя, не оскорбляй нас. Ну да, я просто посмотрю. Настя, мужики, собирай шкаф, не лезь туда. Я не собираюсь лезть, я просто посмотрю. Блядь, Саня, беда. Я застрял, давай удлинитель. Давай удлинитель, а не пролазит. Настя, там гибкий вал идет. А обычный удлинитель есть? Охуеть. Обычный, проще будет. У вас тут ключ даже есть под евровинт. Ой. Не вынуждай мой французский разговаривать. Какой ключ? А вы крышу сделали? Подожди, не лезь. Гвоздями прибиваем задние стенки к ДВП. Отдай, сука, бомб, блядь. Бит отдай, блядь, скотина. Вот так можно поругаться еще и с этим, Шуриком. Хрустит у тебя. Все, заебись. Отдай биту, сука. Отдай. Вот. Убирай эту хуйню, блин, непонятную. Надо, бери этот гибкий член, отдай мне биту. Гибкий член, правда. Все. М? Остальное завтра в пизду. Давай. Жень. Что за хрень? Давай, двигаем сюда сейчас. Давайте. И там крышу где будем. Давайте, доделывайте уже до конца. Давай, здесь хуяни крышу. А, блядь. Тихо, дай ногу достану, у меня нога застряла. Санек, сука. Что бы ты сейчас хотел? Я? Домой. Поспать. Тебе нравится собирать шкафы? Конечно. Ты рад, что ты когда ты подписался помочь нам с ремонтом? Угу. Да, в смысле, да или в смысле нет? Да. Рад? Да, конечно. Евгений Витальевич, что вы чувствуете, когда закончили присверливать крышу? Нельзя ставить в эфире. А теперь надо поднимать? Вон на ту сторону. Я не знаю, как это. Да? Зайдай, поеботай. Это потом. Давай вначале соберем то, что есть. Хорошо, давай. Смотри, мы тут сейчас поднимаем хуйню. Аккуратненько. Оп.
срастается. Хорошо, давай. Наверное, этап этого ебучего шкафа заканчивается. Сейчас все будет работать. Профи, работаем именно так. Закрывать, не проверяй. Профи, а теперь, пожалуйста, на камеру скажи, какого ты хрена раньше, час назад, до этого не додумался? Тихо, еще трется. Да. Да. Открываем. Больше подставить. Вот теперь надо откуверить петли. Интервью мне не дали. Потому что до сих пор не собрали. Пошел третий час, блядь, сборки ебучей дверцы. Это только одна дверь. Какой верхний будешь? А тут уже некуда, тут все край. Поднимать уже некуда. Я тебе открою тайну. Тут уже все край поднято. Сука. А чем ты материшься, Жень? Подожди. Я обязательно расскажу, когда этот заебучий шкаф заработает, сука. А нам еще полочки надо поставить. Пробуй. Закрывай. Все. Подожди, о чем так хлопнул? Цепляет. Домажешь его за ногу. Внизу цепляет немножко. Вон там, видишь, ой, вот, вот здесь, вот он. Ну это кривые палы, мне кажется. А, как поправить бы. Кривые палы. Поправить. Насморк. Окей, Google. Сука. Пробуй. Да ёб его мать, а! А чего, нормально закрылся? Сука, да нихуя он не нормально закрылся. Шкрябает. Шкрябает? Кусочек хуйня. Давай подумаем. У нас, значит, вот эта сторона шкафа слишком сильно поднята. Если мы ее чуть отпустим... Какая? Вот эта сторона шкафа. Она бы попущена. Нет, если бы она была опущена, у нас бы шкаф задирался. А у нас так вот дверь у нас сюда падает. А петли стоят. Да. То есть сюда она задрана. То есть нам здесь в ней понизить чуть уровень, если мы чуть снижаем. И дверка с таким же ходом будет закрываться уже лучше. Держи. Ну все, отходи. Надеюсь, завершающая минута нашего великолепного держи. Приключения, как собрать нет. Шкаф. Майна, блядь! Хорош! Хей-хей! Поднимаем! Куда нахуй хуже? Сука, его хуя. Какой пидорас, блядь, изобрел этот шкаф ебучий, а? Белгородская область. Блядь, где уровень? Может, дверь кривая? У меня уже идей просто нет. Нет, ровно. Значит, у нас там, у меня такое ощущение, знаешь, что она дугой ебашит. Такое. А у меня даже не ощущение, блядь, она дугой ебашит. Ты посмотри, она дугой хуярит. Вот, посмотри. Вот здесь стык. Вот здесь стык. А посередине вечно ее прогиб. То есть, нихуя не у меня ощущение, блядь, мне не глаза ебусь. Ты тоже это видишь, да? Угу. Тебе уже звонят, да? Да. Ебучий шкаф да собран. А как здесь фонарь включается? Он включен, да. Да? Да. А что я нажал?